Математическая грамотность в исследованиях ПИЗА. Колесо обозрения. Вы когда-нибудь катались на колесе обозрения? Сверху можно увидеть очень красивую картину. Сейчас мы рассмотрим задачу о колесе обозрения. У реки установлено колесо обозрения, которое называется колесо Ферриса. Обратите внимание на чертеж. Первый вопрос. Колесо Ферриса имеет внешний диаметр 140 метров, а его высшая точка находится в 150 метрах над руслом реки. Оно вращается в направлении, указанном стрелками. Буква М на чертеже обозначает центр колеса. В скольких метрах над руслом реки находится точка М? Для начала найдем расстояние от русла реки до колеса. Найдем разность 150 и 140, она равна 10 метрам. Расстояние PM равно радиусу колеса, к нему прибавим 10 метров. Ответ 80 метров. Перейдем ко второму заданию. Колесо Ферриса вращается с постоянной скоростью. Колесо совершает один полный оборот ровно за 40 минут. Джасур садится на колесо Ферриса в пункте посадки P. Где Джасур будет через полчаса? А. В пункте R. Б. Между R и S. С. В пункте S. Д. Между S и P. Колесо совершает полный оборот за 40 минут. А значит, за 10 минут он пройдет четверть. За 30 минут колесо сделает 3 четвертых части оборота и дойдет до пункта S. Ответ – вариант С, пункт S. Как видите, даже во время отдыха вам может пригодиться математика. Так что дружите с математикой!